Как сообщает Рамблер, украинская делегация прибыла на переговоры в Беловежскую пущу. Третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной состоится в Беловежской пуще. Представители украинской стороны уже прибыли на него на вертолетах. Об этом пишет ТАСС. Отмечается, что украинская сторона прибыла с некоторым опозданием. По словам главы делегации РФ, помощника президента РФ Владимира Мединского, задержка украинцев стала своего рода дипломатической традицией. Он также рассказал о целях встречи представителей двух стран. «Мы попытаемся еще раз сегодня с украинской стороной обговорить режим работы гуманитарных коридоров, поскольку во всех городах, которых мы обещали, эти коридоры со стороны нашей армии и вооруженных сил Донбасса открыты, огонь прекращен», – заявил Мединский. Он добавил также, что на мирных переговорах будут обсуждаться те же вопросы, что и ранее, то есть урегулирование конфликта с учетом интересов обеих сторон, разнообразные гуманитарные аспекты. Отмечается, что первый раунд переговоров Москвы и Киева состоялся 28 февраля, второй – 3 марта. Третий раунд должен начаться сегодня, 7 марта, в 17:00 по московскому времени. Информация исключительно с российских СМИ.